Привет всем, друзья, ассаламу алейкум, с вами Султан. Вот, добрались до такой красивой мечети, посмотрите, какие высокие у нее построения. Вот такая вот большая мечеть. Сегодня джума, джума намаз, люди выходят с мечети, как вы видите. Вот такая вот съемочка. Мечеть потрясающая, очень большая. Ну а я, как видите, в полном снаряжении. У меня здесь и ноутбук, и камера. А почему у меня они обе с собой? Потому что гуляешь, в телефоне кончается зарядка. Надо заряжать батарейку. Ну, полтора часа держится она. И память тоже заполняется. Надо, я сразу скидываю в ноутбук. Поэтому я вот так вот снарядился сегодня, таскаю все с собой, чтобы до вечера погулять, посмотрим, какие места увидим. Вот еще раз сниму отсюда здесь тенек. Вот такой вот прекрасный вид. Красивый вид. Сегодня пятница, джума намазы. Читали намаз.